По данным регионального департамента по здравоохранению, за текущий год продолжительность жизни в Смоленской области выросла до 70 лет, а смертность снизилась более чем на 4%. Чаще всего смоляне умирают из-за болезней системы кровообращения, на втором месте – онкология, а на третьем – внешние факторы, например, ДТП. А вот в борьбе с туберкулезом удалось достигнуть определенных результатов. В течение 5 лет на территории региона наблюдается заметное снижение случаев этого заболевания.